Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья, уважаемые селяне. Сегодня, как отметил Жива Александрович, это сегодня большое событие в жизни Пензенского края. Сегодня хотелось бы отметить, что Россия – это особое государство, где многие знаменитости и известные люди родились в глубинке. И тому пример Малосердобинский район. Здесь уже неоднократно напоминалось и говорилось, что в Александровке родилась Лидия Русланова, что в Новой Чернавске родился Федор Гладков, в Ключах родилась Вера Ермолаева, и можно и дальше продолжать. И вот спасибо тем, кто придумал вот этот проект, кто его реализовал, и сегодня эта достопримечательность является достоянием, как отметил Александрович, всей России, не только Ключей. Ну, я бы здесь хотел отметить и сказать слова благодарности и землячеству Малосердобинского района. Сегодня вот вопросы и программы землячеств такие, что везде создаются культурные центры, восстанавливаются храмы. И примером можно назвать 7 сентября на Ровчате открыли памятник Александру Ивановичу Куприну. Это тоже заслуга землячества этого района. Это знаковое событие, которое происходит, очень важны и для сегодняшнего поколения, и для будущего поколения. На примере тех, кого прославляют в этих культурно-просветительских центрах, может воспитываться новые российские граждане, которые могут устраивать Россию. И я думаю, что благодаря вот этому культурно-просветительскому центру здесь появится туристический кластер, появятся новые рабочие места. Здесь нужны ученые, нужны просветители. Будут приезжать туристы. И хотел бы надеяться, чтобы вот это место, вот эта точка роста вошла и в кластер туристической целой Российской Федерации. Всем большое спасибо. Берегите вот эту жемчужину. Всем вам здоровья. Я хотел бы еще слова благодарности передать от председателя законодательного собрания Пензенской области Валерия Дмитриевича Литина. Когда я уезжал, он просил вот эти слова и благодарности вам передать. И также от моих коллег-депутатов. Ряд депутатов здесь находится вместе с вами. Всем крепкого здоровья и очень успехов. Ну, конечно, мы тоже без подарков не пришли и должны почти сейчас объявить наши идущие.